Taxi Alibaba. Такси Алибаба. Как обычно, на море ходит верблюд. Талас монастир. Пляж большой по протяженности. Вот я пошла от его начала. Сейчас пройду до конца. Это клубнику продают каждый день. Продают клубнику. 10. Сначала 15, потом 10 динар. В общем, как договоритесь. Такая огромная клубника продается в Тунисе. Большая. И очень сладкая, вкусная. Вот вообще магазинов около отеля нет. На улицу выйти вправо, влево, напротив. Вообще нет торговых рядов. Пойти некуда. Не то, что это около нашего отеля. Мы ходили и налево, и направо. Тоже стоят отели. Такая пустынная улица. Дорога, которая ведет в сам город Монастир. И, в общем-то, торговых точек нет. Поэтому местные ходят по пляжу и предлагают все, что можно было бы предложить в торговых точках. Продают тунисские платья, какие-то покрывала разноцветные. Клубнику, пляжные полотенца. Такой вот ассортимент предлагается в магазине на диване в нашем отеле. Магазин на диване. Туники, палантины, верблюды, сигареты. Клубника и в обратном порядке. Кстати, недорого. Туники за 12 динар палантин. У этого парня, кстати, хорошая цена, 12 динар и хорошая расцветка. Thank you.
предлагали услуги верблюда, предлагали ковры и что-то еще, какие-то фрукты, сладости. Вот это вот все пляж идет. Такая протяженность пляжа. Пляж такой не совсем широкий, ну, как везде, как обычно. Ну, такой не маленький, довольно-таки протяженный. Вот он заканчивается. Море чистейшее, прозрачнейшее, песочек. Такое море здесь, слева наш отель. Прозрачное море, чистое-чистое, просто наичистейшее. Вода прозрачная, так что их видно. Вот, много-много. Он, который вязал, он мертвый. Мертвый? Как это? This is your first. На солнце. So nice, beautiful. Да я. Этот живой. А этот просто вот клешни вот эти вот, а тела нет. Он кусает вот этими передними.
клешнями. Бежит. Посмотри, как соберет. Спрятался. Оп, под землей. Вот все. Теперь меня нет. Ищи ты. Спрятал. Вот здесь видишь? Вот да. Такие водоросли нашли. Некоторые одевают их на голову, как парик. Водоросли на голову поставили мальчику. Ребята из Ярославля, они каждый день устраивают здесь какие-то шоу, программы, вечером и днем. Ребята молодцы, благодаря им хоть какое-то движение в отеле происходит. Бар на пляже. Nice to meet you, madam. Hello. Okay. Yes. What? Нельзя снимать? I'm on. Что вообще здесь есть? Whiskey. I have gin, whiskey, buha, cola, fanta, liquor. Tequila. I have gin, whiskey, rum, vodka, Hennessy. И Hennessy. Grenadine, mint. Orja, water with gas, Schweppes, water normal, what is this? Fanta, cola, Sprite, lemonade, you know lemonade, madam? Okay. Beer. Uh-huh. I have here coffee. I have 6 coffee. Coffee direct, cappuccino, uh-huh. Chocolate, uh-huh. Express cool, uh-huh. Espresso, express long. And Capucin. This is drink Francuski people. Okay. Okay. Thank you. So welcome, madam. Sorry. You're welcome. Super. Okay. Опять ресторан для карт. Второй.